Время 5 утра. Приехали вот на такое вот красивое озеро. Вот такое вот место для рыбалочки себе выбрал. Круги по воде идут, рыбка плещется. Начинаем располагаться. Одну удочку уже забросил. На одном крючке червячок, на втором перловочка. А плавочек пока молчит. Ну и донышко закинул. Ждем первой поклевки. Тихо, спокойно, туманчик. Птички поют. Рыбка играет. Красота, в общем, одним словом. Обожаю рыбалку на донке, на удочке. Попался первый ротан, зараза. Вот кого я не хотел видеть. Это вот таких вот чудиков. Ну, тут и карась должен быть. Ну, вот первый трофейчик на сегодня. Ротанчик. Поставил еще одну доночку. Ну, пока что тишина. Уже встает солнышко. Время 6.15. Ну, а чёлочка подошла. Значит, я поймал ротана, а братан вот такого вот карасика. На червя, да? Да. Понятно. А, нет, слабенько идет. Или ротан, или вообще опоздал. Нет, ротан, зараза. Ротан. Ловись, рыбка большая и маленькая. Опять ротан попался. Это уже побольше. Вот такой вот засранец тут водится. Хорошо, хоть за губежку зацепился. Похоже, опять ротан. Точно. А, этот жирненький. И ехал, не успел, конечно, заснять. Быстрая поклевочка была. Ну вот такие вот карасики здесь водятся. Все, считай, рыбалка удалась, а то одни ротаны попадали. Ну вот, хотя бы небольшой трофейчик. На правом походу ротан. Проверить. Нет.
Два. Два? Вот. Дуплетом. Два гаденыша. Ну, ротаны, кстати, тоже вкусные. Так что, ладно. На безрыбье и ротан рыба. Червяка отдал. Ну вот, и я карасика на удочку поймал. Мелкого, правда, но зацепил. Очередная. Ну что, друзья, вот и пролетела наша утренняя рыбалка. Посидели часика три, наверное. Чуть-чуть половили ротанов, чуть-чуть карасиков. Но вы сами все прекрасно видели. А на этом, наверное, будем заканчивать. Всем пока. До новых интересных видео. И, как говорится, всем ни хвоста, ни чешуи. И удачи на рыбалке. Кого там? Там и так нормально. Коту хватит. Тут сидит, похоже. Маленький. Карасик. Да ладно. Оклевал как ротан. А здесь легко идет. Червячки на месте. Ну, в общем, вот такой вот скромненький уловчик получился. Один карась и куча ротанов. Мелких мы отпустили.